Всем привет! Если вы в скором времени собираетесь лететь на Пхукет, в Таиланд, и будете отдыхать на Патонге, то это видео будет полезно для вас, потому что я покажу вам, где найти самый дешевый массаж. Самый дешевый и качественный массаж. По крайней мере, за такую цену я даже в Паттайе не видел таких цен. 150 бат он стоит, ну это в низкий сезон, 150 бат, где-то там апрель, да, октябрь. А в обычный сезон 200 бат стоимость данного массажа. Делается 1 час. Все массажисты классные, качественно делают. Тайки все такие набитые, с набитой рукой. Даже есть там двое или трое мужиков. Правда, я не пробовал, потому что они все на расхват обычно. Плюс еще ко всему, каждый 11-й массаж бесплатный. То есть по 150 бат я вот сделал 10 штук. 10 массажей, и 11 мне еще и бесплатно делают. Значит, как найти этот массажный салон? Давайте посмотрим прямо по карте. Так, вот, значит, мы зашли на Google карты. Это у нас Пхукет, район Патонг. Значит, если мы идем с вами пешком, ну, будем рассматривать, что мы идем пешком с вами. Если мы с вами идем пешком, мы идем по второй, допустим, дороге, да, по второй улице, которая идет параллельно пляжной улице, параллельно морю. То есть слева у нас море. Доходим до вот этого перекрестка. Налево поворачиваем, там у нас море. А мы поворачиваем направо. Идем, значит, сюда, дальше. Доходим до вот этого перекрестка, поворачиваем налево, как бы наискосок такой поворот идет, дорога наискосок идет. Значит, налево повернули, дошли до вот этого переулочка, который уходит также налево. И, собственно говоря, там с правой стороны, где-то через метров 50, будет вот этот массажный салон. Вот, значит, показываю вам фотографию. Это администратор этого салона. Вот это их визитка, где указан адрес данного салона, который вы можете показать любому таксисту адрес, и вас, в принципе, привезут по этому адресу в этот салон, если вы не хотите искать. По карте, я думаю, в принципе, все должно быть понятно. Как найти данный салон? Ну, если вот прям сверху смотреть, то получается, вот здесь он находится. Еще раз, вот здесь. Надеюсь, что кому-то оно будет полезно, это видео, и кто-то все-таки сходит и попробует. Пишите отзывы, оставляйте комментарии, кому понравится, кому не понравится. Или стоит все-таки ходить за 400 бат. Потому что везде стоимость массажей на Патонге, ну и на Пхукете в целом, идет в основном от 300 бат. И 400 даже бывают такие цены. В общем, всем спасибо, всем пока.